Ёшкин матрёшкин, Леска, ты посмотри, да я 200 раз такое? спросил, вы мне хорошо колесо прикрутили? Говорят, да, а колесо отвалилось. Посмотри, Леска, как что делать? Как это возможно? Так давай ставить, короче, у тебя есть крепление. Крепление есть, домкрата нет. Давай ты приподнимешь, а я поставлю колесо. Давай. Давай, раз, давай, держу два, тачку. Три. Опа, нормально. Все, поехали нормально, скорее. Зря, ужас слушай, какой-то вообще. Конечно, гантельки по 50 вчера. И поехали. Вот, поехали, короче, погнали. Смотри, опять отвалится. Да я сейчас буду помедленнее уже ехать, а то знаешь, что-то мне эта история уже поднадоела. Кошмар. Немного. Этот ужас какой-то. Больше не заезжаем. Да, конечно, конечно. Выезжаю, кошмар. Говорят, прикинь, ездить не умею еще. Это вообще ужас какой-то вообще. Сами так, не умеют они. Согласен. О, смотри, машина капитана что-то там стоит. Ну или не капитана, я не знаю, полицейская. А что-то там какие-то вещи, кстати. Погоди, а ты когда-то видел, чтобы капитан сюда тачку ставил? А что тут камеры столько, что? Погоди. Что такое? Есть кто? Ку-ку. ДТП, что ли? Капитан, это вы здесь или что случилось? Тише, чё кричите-то? Тише вы. Ой, капитан, вы где? Извините. Я на дереве сюда залезайте. Провалился. Да я на дереве, капитан. Какой яму на дереве лезьте? Ёшкин кот. Здрасте, капитан, что случилось? Да тут такое дело, короче, ребят, давайте потом расскажу. Сначала, короче, вот что. Загляните в сундук и посмотрите, что у меня там нафоткано. Ну ладно. Пошли. Да прям сейчас, прям сейчас, потом все вопросы, ребят, давайте. Капитан, как воробушек в гнездышко. Так, Леска, слушай, я возьму одну фотку, ты тогда остальные возьми. Это же это! Как ее? Я не... Точно! Я хотел сказать, я не помню, кто это. Ты не помнишь, что это? Да, это помни. Сейчас, погоди-ка, пошли сейчас тогда. Еще одну фотку. А, я тоже дай фотку, посмотрю, другие какие там есть. Смотри, она тут спиной, потом она тут лицом стоит, держи. Я еще в эту скинул, в сундук. Ну, понятно, так, короче. Сейчас посмотри. Так, сейчас. Капитан! Ну чего, посмотрели? Да, посмотрели. Только это, сейчас, секунду, Леска, мы что-то даже не поздоровались еще. Давай пока это не поздно, походу тут что-то намечается. Друзья, прием-прием, на связи Шедимен. И леди Леска, всем привет! Сегодня мы ехали с Леской домой, и не предвещало ничего беды, но капитана камеры заметили то, что здесь ходила та самая девочка из удивительного цифрового цирка, которую зовут Помни. Мы пока не знаем, как это связано и что дальше будет происходить, но решили то, что это нужно сразу, конечно же, записывать. Но ты прямо сейчас напиши, какой цвет тебе нравится больше, красный? Либо же синий. Пиши в комментариях, потому что у нее это красные и синие цвета, как и у меня, как и вообще у нас. Это, типа, такие ее фирменные цвета. И, конечно же, поставь лайк под этим роликом, чтобы разобраться в этой истории. Вот. Ладно, капитан, фух. Что там? Что случилось? Ну, значит так. Стою я, как бы, ловлю нарушителей, кто скорость нарушает. Вот. Потом думаю, дай-ка отойду на время, ну там в туалет сходить. Это, иду назад, смотрю, что-то виднеется. Сначала думал то, что, возможно, вы, потому что так к машине подошли близко. А потом смотрю, какая-то, это, как будто, как их зовут-то, шут какой-то ходит, вот. Ага, и понятно, и что она делала? Да ничего, посмотрела в машину, да дальше куда-то вашу деревню в сторону пошла. Понятно. Слушайте, капитан, мы, честно, я не знаю, вот, что она вообще добрая, нет? Вы, если что, звоните. Да, непонятно. А мы тогда поехали. Ладно, давайте на связи. Пошли, Леска. Чё, да, пойдём, чё она делает в нашей деревне? У меня так... О, капитан, это вы? Не знаю даже. Нет, нет, не я звоню. Леска, неизвестный номер. Не знаю, ну бери, сейчас. Наверное, не знаю, чё. Кто это? Алло? Детский смех. Это слышу. Она что ли? Это она так, она смеется тогда? Я не знаю, как она смеется, но кто это может смеяться? Чё, она знает, не любит же это номер. Смеется. И тем более номер неизвестный. Так, поехали давай, Леска. Чё-то мне это не нравится вообще. Слушай, получается, что она здесь из-за нас. Я не знаю так. Из-за кого, но она знает мой номер. Она знает, где мы. Вот и вот, я про это уже говорю. Так. Ладно, сейчас доедем до дома и что-нибудь придумаем. Да, что-нибудь придумаем. Леска, мне кажется, нужно камеры видеонаблюдения ставить. Да, кстати, давай поставим, у нас же были где-то. О, смотри. Ух ты, ничего себе, у нас что, ураган прошелся, что ли? Так вроде ясная погода весь этот день была. И, слушай, капитан даже ничего не сказал по поводу того, что дерево тут упало. Может, забыл, он там что-то сидит? Мне кажется, он бы предупредил точно. Слушай, а как, что, убираем или объедем? Да нет, ты что, мы, Леска, с тобой сколько времени потеряем? Согласна. Слушай, что если это ее проделки? Давай повнимательнее посмотрим, что ли, по сторонам. Типа не впустить нас, что ли? А смотри, я вижу её, подожди, тоже как? Вижу. В машину, резко в машину, погнали, давай за ней. Давай, успеем, думаешь? Она прям возле полицейского участка была, нифига. Так, давай. Давай, газуй. Так, резко держи, сейчас полетим. Ага, давай. Опа. Давай, давай, нормально. Нормально.
Так. Так, где она? Давай. Она прям здесь была, она прям на дороге была. Так, не уйдет далеко. Побежали. Эй, помни, стой, где ты? Где ты? Здрасте, вы никого не видели здесь? А здесь никого не было. Кто здесь? Да девочка какая-то пробегала девочка, в костюме девочка, таком. Ладно. Нет, никого не было. Так, слушай, ладно, она спасибо. Она где-то тут крутилась, вот на этой лужайке. Так, слушай, пойдем, я не знаю, так это... я не знаю, что делать. Давай, короче, ты вокруг... Давай спросим. И беги... Давай ты внутри проверяй, внизу все проверяй. Я пока полицейский участок оббегу по сторонам, короче. Все, давай, там... Не знаю, мне кажется, тоже никто не видел. Сейчас я внизу тут сзади коробки стоят, короче, вот так. Это вот все. Слушай, тут ходит, молча патрулирует так. Ты вниз спустилась, да, туда? Да, подожди, я со стола. Слушай, ну тут на улице так. Тоже все это. Все мирно, спокойно, подожди, ничего подожди, такого нет. Ну-ка, тут вот. Так, ну девочки тут никакой точно нет. Да, там. Точно. Нету девочки, там только полицейские. Так, а ты пошел туда, да, на кухню? Так, я сзади видишь? Проверил. Сейчас я. Добрый день, Людочка. Так ну в кабинете капитана все спокойно. Сидит. Так, в холодильнике тоже ее нет, так. Нету, да? Нет, не вижу. Ты что там стоишь, что ли? А что? Проверить надо. Пошли, ладно, поехали, короче, к Броку. Ерунда какая. Чё-то мне это не нравится. Чё ей от нас надо только? Не знаю, как-то играет с нами, что-то получается. Что-то приклеилось. Этот так. Смех еще, знаешь, такой, представляешь, ночью бы так позвонили, тебе звонят неизвестный номер, ты берешь трубку, а там смех такой. Это вообще ты прям... Ты в комнате, и у тебя в комнате есть из угла в темноте такой. Ужас какой. Не-не-не-не, так не надо. Это уже реально можно, не знаю, сердце остановится. Слушайте, давайте сегодня все у кого-то дома ночуем, кровати притащим. Да, можно. Страшно, что-то стало. Нет, если ночью позвонят, то да, это 100%. К Нубику на второй этаж так, залезем. Так, слушай, это Броку. камеры же у Брока, да? У Брока были, да. Все, поехали тогда давай к Броку подъедем. Сразу. И, давай, я не знаю, давай машину у моего дома оставим. У меня же это, как его, у нас тут мостик до дома Брока, не обязательно по дороге ехать. А, кстати, да. Да-да-да-да. Все, в гараж потом загоню, побежали скорей. Так, вот дверь не закрыла. Так, погнали. Сейчас мы все узнаем. Мы сейчас поставим камеры и все узнаем. Слушай, ну здесь пока что все спокойно, следов нет. Ну так. Ты, кстати, у тебя еда-то есть с собой? У меня нету. Да? А ты что, там не взяла? Не взяла, что ли, это мы заехали туда? Нет, я не успела что-то подождать. Ладно. Я здесь, на холме. Сейчас хлебушек подобрал. Так, Брока сегодня, по-моему, быть не должно, Леск. Насколько я помню, у него были дела. Он говорит, он вроде в город сегодня собирался. Да, видишь, у него даже это, машины тут нет. О, тачка уже его, наверное, так. Знаешь, там. Во, Леска, камеры, планшет. Есть? Да, тебе нужно будет фотик. Ты... Фотик у меня дома лежит. Сейчас мы тоже туда сбегаем. Пошли на всякий случай, раз уж мы здесь, проверим на всякий случай дом Брока. Так, неважно. Так у него Ардуино тут всякие сейчас. Это да, это главное не трогать, Леска, это очень важно на самом деле. Автоматика везде, там умный дом. Пока там смотрю, чтобы... Смотри, что пишет. Записать Нубика на кик-поп, оптимизировать расписание. Капец, что это такое, Леска? Я не слышал никакие про кик-попы какие-то, что такое. Это что, Брок, что ли, придумал? Слушай, это, по-моему, это же, я помню, такой пирожок, типа, с начинкой называется. Нет, это же какие-то танцы. Серьезно? Брок, ладно, Леска, надо я тебе честно, на танцы я не шарю, что это такое вообще, если ты знаешь, что это великолепно. Так, ладно, я попутно сейчас расставлю камеры видеонаблюдения. Красивый дом у него, слушай. А ты, Леска, пошли, ты чё, Леска, тут же это, помните, тут бродит. Задумалась. Давай, надо камеры расставить скорее. Так, я пошла к тебе. Слушай, за заметь, тогда. Она появилась один раз всего. Возле полицейского участка. Боится. Боится, видимо, и вправду. Я к тебе говорю, пошла. Да, беги ко мне. Давай. Ой, в смысле, за фотиком. Она. А, подожди, фотик еще лежит не снизу, а в моей комнате там в уголке. А я что-то так подумала, да. Все, отлично. Так, я на своем доме поставил. Сейчас я поставлю камеру на амбаре с двух сторон. Хотя нет, с двух сторон не буду, я лучше у тебя на доме повешу. Да, давай, что там шире охват. Так, на лабораторию. А вот и фотоаппарат. Слушай, а Нубик сегодня где? Нубик? Слушай, они, по-моему, они с Броком ли они поехали в город-то? Может быть. Нубик, ты дома? Не, у Нубика закрыто, слушай. А, хрю не оставил. Когда дома его слышно? Серьезно? Да. Так. Так он, наверное, этот с собой взял. Там Сиу, там что-то Сиу, вот это какие-то там... А, понял. Сяо-тяо-пяо, ты все понял. Да-да-да-да-да. Вот это берет с собой теперь. Леска, ладно, это, конечно, приколы приколами, но у меня, знаешь, такое ощущение, как будто бы она все время за нами наблюдает, но мы ее не видим. Да, мне тоже, честно говоря, не по себе. Слушай, я камеры расставил. Ты видел? Я видел, потемнело резко. Так же не бывает. Нет, не бывает. Так, Леска, слушай, давай делаем так, смотри. Да. Я сейчас возвращаюсь к дому Брока, у меня камеры. Я буду за тобой следить и буду тебе говорить обо всех перемещениях. А ты стой в амбаре. Ну ты в амбаре будь, ты фоткай в 360, потому что амбар прям по центру. Все, ладно. Все, я тебе еду отдал.
Все, давай, если что, это, стрёмно. Мы с тобой на связи, у тебя телефон включен, а да? Если... Да, всё, еще всё. Нами ничего не сделает. Я тебе буду говорить. Я тебе сейчас скажу, когда добегу. Ладно. Угу. Давай я смотрю. Я думаю, что вместо Брока, знаешь, еще не все знают то, что у Брока свой дом появился, и мало кто туда побежит. Кстати. Так что я думаю, это там самое лучшее место, чтобы там находиться. Слушай, ты знаешь, а жители что-то все так набились в одном доме, прям подозрительно. Знаешь, когда поздно, они всегда обычно типа это прячутся. О, я прям, знаешь, где встану? Там, где у Брока телескоп. Ага. Так, леска, я готов. Я что-то видела, как будто. Не, так, что ты видела? Знаешь, где дом Брока, смотри на воду. Вот там где-то я видела, как будто голова какая-то торчала. Сейчас у меня объектив. Подожди, так, у меня сейчас я через колодец смотрю. Тебе, может, показалось, может, это я бежал? Слушай, ну, может, конечно. Так, я, короче, так, камера номер 4 на моем доме. Леска, свой дом, где? Смотри, свой дом, смотри, у тебя, она ходит в твоем доме. Леска, обернись, моё, обернись, обернись скорее. Бегу я. Да ё-моё, где-то... Надо было на тот амбар ставить. А, с лаборатории видно немного. Смотри, там доски появились на окнах. Вон чё... Ёкарный бабай, леска, что это... Что она вон, делает? Это ошибка была, надо было туда поставить. Что ж такое-то? Зачем она это делает? Я не знаю, леска, но в твоем доме. Попробуй зайти не туда. Нет. Ты чё, я боюсь? В смысле, серьёзно? А как ты? Мы-то никогда ничего не узнаем. Давай, к ней прям идти. Я за тобой слежу, но я входа не вижу в дом только. Я иду туда, я не знаю, сейчас что-нибудь, ладно, все. Выгляни-ка там в бок. Во-во, вижу тебя, ты идешь, вижу тебя. Так куда в бок-то, что, за дом что ли идти? Она это ломает, возле этого мама стоит, дорогая, аккуратнее, я... аккуратнее. Она в втором этаже, вон вижу ее, вижу вдали. Закрыла, заколотила фоткой. Так. Она на балконе на втором этаже у тебя. Сейчас, подожди, на виду объектив. Ушла внутрь. Так, пока не вижу, пока движения нет, переключу камеру. Ладно. Движения нет, слушай. Странно, куда она делась? Слушай, а ты можешь зайти в дом? Только у меня дерево загораживает, да. Я не вижу входа. Ладно, сейчас я хлеб съем. Давай, давай. Все, я иду. Так, аккуратно только. Лес, сколько тихо, ладно, аккуратно, реально, не спеши. Хорошо, а если тут ловушки? Не, сейчас, подожди, я еще камеры посаду, какие тут есть. Она одно окно на первом этаже не заделана, видимо, через него либо. Бежала. О, слушай, А, еле-еле видно. Там в тумане все. Да твой дом, вон вход, вижу, с колодца только еле-еле прям. Слушай, как мне страшно, я не могу, вдруг она сейчас выскочит. Я все время такое ощущение, будто сзади меня кто-то стоит. Я все время оглядываюсь, но нет, походу. Я помню, себе просто накручиваю то, что сзади меня кто-то есть. Нет дома. А куда она делась тогда? Нет. Без понятия, вот даже из окна сейчас смотрю. А какого ты окна смотришь? А, вижу тебя на балконе. Вот это окно, которое сейчас за мной, за спиной ровно, на другой стене. Понял. И в туалете нет, ее нету здесь. Слушай, в моем доме такого нет, в моем доме все окна чистые. Зачем она мне окна законопатила, я вообще не поняла. Так, Леск, слушай. Мне все время, я тебе не знаю, как сказать, но у меня все время ощущение, что здесь... А, она действительно здесь стоит! Где? Сзади меня прям появилась! Это было не просто так, Леска, беги! Где ты? Давай, так, куда бежать? Я не знаю, давай... Куда, в лабораторию? Давай в мой дом, или давай в лабораторию, пофигу, в лабораторию. В лабораторию, давай, так, быстрее, быстрее, я тебя жду. Я бегу, 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 сейчас, ёкарный сейчас, 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 баба, ты прикинь! Я главное... Сердце же знаешь, остановится. Я 3 раза обернулся, 3, никого не было. Кошмар. И потом оборачиваюсь... И она плавно, главное, никого нет, она плавно прям сзади меня. Жесть, закрывай. Фу, пошли скорее. Какой-то. Фу, капец, я не знаю, сюда, наверное, точно придет уже. Чё за смех, как я его слышу? Ты тоже слышишь? Да, она здесь получается. Не. А как она сюда попала-то? Погоди. Что? Громкая связь включена? Да, я не сбросил. Да ты чё, она нас, получается, прослушала? Да, вот, вот поэтому ты прикинь? Вот это уловка. Ты тоже это видишь? Она над нами веселится? Это было, она, что ли? Это было весело, говорит. Но мне пора, мне назад. Да где ты все это время? Увидимся! Прикинь? Она шутит над нами. Она играется с нами. Погоди. Она же не могла просто так взять и уйти, серьезно? Ты в это веришь? Я даже не знаю, слушай. Я предлагаю выйти на улицу посмотреть еще. Слушай, а если она ночью останется? Давай не в нашем будем доме... спешить, Леска, не будем спешить.
Давай, я не знаю, я уже так напугалась, честно. Так, слушай, давай я, можно я посмотрю, что в твоем доме там, куда? Потому что мне интересно, я этого не видел, хотя бы это посмотреть так вообще. Пошли, окна законопатило, так ничего не сломано. Ну и отлично. Так. Вообще наглухо, я причем, знаешь, не пойму, причем тут мой дом, интересно. Я не знаю, причем там твой дом, но причем-то он там есть. А, слушай, так это... Что, хотя что, нет. Что? Хотя... Слушай, если она типа девочка, то может быть из-за этого, что типа и цвета привлекли твоего дома, да. Слушай, подожди, а это не намекает ли она, что занять хочет его? Ну, может быть, да, прикинь, только она решила почему-то уйти, только что так на нее повлияло. Я сегодня тут не ночую, вот прям вообще, даже был на улице. Я бы тоже это так не делал, это было бы реально страшно в этом доме ночевать. Смотри, окно мое, посмотри. Реально? Так ты же сказала, она не сломала, она, получается, все окна сломала и полностью заколотила. Кроме только вот окна, этого. Да. Да. Хм, интересно. Почему-то именно на эту сторону она ставилась. Очень может, интересно. Может, она туда куда-то убежала? Знаю. Слушай, а покажи фотки. Ты что-то сфоткала? Слушай, да я не сфоткала ее. Давай, смотри. Вот а, у серьезно? Меня все время... Да, мне сказать, что это у тебя за рамки такие? У тебя где фотоаппарат-то, где рамки? Слушай, да все, значит, давай это так посмотрю. Рамки. Давай посмотри. А, ты просто закат сфоткала. Все, что ли, одна? А. Я все время свой на дом, зуме получается. Держала. Слушай, она, получается, в объектив вообще не успела, да, попасть? Нет, вон трава. Она быстрая такая была? Не, не то, что быстрая. Ты мне говорил, давай, давай, быстрей, быстрей. Нет, а у тебя, знаешь, у тебя фотки похожи на фотки, как будто вот как бабушку природа, учат фоткать. Да? Нет, бабушку учат фоткать, и она не знает, как поставить объектив, вот из-за этого. Ладно, я думаю, то, что мы будем на этом заканчивать. Натив. Друзья, я... Не думал, что это закончится так, но с другой стороны, лучше так, чем, знаете, она бы начала за нами гоняться с каким-нибудь топором там, или еще чем-нибудь. Но в общем, она ушла, но мне что-то подсказывает, что она еще обязательно вернется. Ну а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике, и всем пока-пока. Пока-пока, друзья.